Ребята, всем привет, с вами Александр, Мир Юрского периода, и у нас тут, кстати, вот у меня в аккаунте, здесь вот картинка Индоминуса нарисована, и, ну, набор тоже победа Индоминуса. Но у меня там Индоминус нарисован, а здесь, короче, акулька нарисована, Мегалодон. Но награда вот эта им вот именно, да, есть шанс, ну, как бы шанс, нам дадут стопудово гибрида Индоминуса, если вы пройдете вот эту штуку. Но, блин, ее пройти очень тяжело. Так, здесь у нас что, гибриды? Не, не, такие гибриды нам даром не надо. Давайте мы зайдем вот сюда. Здесь штука баксов стоит этот турнир, короче. И чего? И кого бы нам брать? Ну, блин, то что ты же не знаешь реально, кого брать надо, кто больше тебе попадется. И всего лишь 5 противников, а тебе нужно победить 5-3-15, это, блин, это нереально. Ну, хотя, может, что-то поменялось. Все может быть. Так, рифовых больше не брать. Они какие-то тут самые жирные, конечно. Давайте демагера возьмем, ксифактина, изводных. Резот, кстати, тоже неплохо смотрится. Давайте вот здесь удар, все-таки в два раза сильнее. И не, можно передумать, я хочу взять другого. Черт подери. Красивая картиночка, так мне нравится. Блин, ну раз, два, три, четыре, пять. Пять боев победить. Так, вот так. И против пещерки водичку. Да тут нет смысла брать три, реально нужно петлять двойми. Но нет, ну, три боя пройти, да, четыре возможно, но на пройти пять это, короче, маловероятно. Так, ну, о, это арена, моя любимая арена. Кстати, я давно на такой арене не был. Ну, вот с таким раскладом, конечно, первый бой у нас будет довольно, наверное, неплохой. Ну, может, все-таки противники вот такие вот будут послабее, тогда мы распетляемся, конечно же. Не знаю, поставил защиту, надо, не надо. Все равно я сейчас подменюсь на прогнатодона. А один балл в защите пусть стоит. Ну, а мне подменяться-то и не надо, да? Да, я и так справлюсь. Ну, нормально, смотри, мы потеряли всего лишь 100 хелсового аммонита за первый бой. Короче, но если так пойдет, то шансы на победу есть. Ну, классная арена, мне очень нравится. Жаль, что она только, ну, недоступна для обычных боев. Вообще красиво, давно не видел. Так, ну ладно, первый бой был Ашара, второй бой, второй бой берем черепаху. Ну, пока что идут всего лишь два этих, то нам неплохо. Черепаха, ну, за один бой мы, кстати, можем и пробьем мою завра за один удар. И там, если появится вот этот парнишка, то мы возьмем вот этого. За один удар, кстати, должны пробивать. Давайте, ребята, держим пальцы накрест, ставим лайки. Может, мы таки затащим 5 боев. А можно было и накопиться, кто его знает, как лучше. Сейчас он нас на 2 продемажит, пол жизни заберет. На 1 всего лишь. Так, ну. Пробили. Ну, тоже неплохо получилось. Мы, короче, сейчас геликоприончик. Но 2 балла можем пропустить, да? А это может быть довольно больно. О, он нас пробивает.
Обидно получилось. Так хорошо шли и потеряли. Потеряли ксифактина. Ну ладно. Не знаю, можно ли было здесь выкрутиться, чтобы не потерять никого. Фу, ну пока так. Вот и все. У нас уже 4, а осталось еще 3 боя. 4 против 12. А, против 9. Уже не по феншуй, ребята. Ну, не вижу смысла идти здесь тремя разными динозаврами. Ну, противники пока идут по два, потому как бы нормально. Ну, вот мы сейчас уже начнем сливаться, начнем терять. Чё я только что сделал? Блин, какая-то фигня получилась. Да, этот фейл нам многого стоил. Блин, фигня такая получилась. Йохиндрова, 2 балла потерял, это капец. Мы сейчас кого-то здесь опять сольем. Хотя, может, и нет. Дали Харенхопс там есть еще. Так, 2 балла в защиту поставил. У него 5. Атакует на 4. 1 остался у него. Нам нужно атаковать тоже на 4 где-то. Раз, два, три, четыре, да. Раз, два. Так, ну, сколько там Дали Харенхопс бьет? У него, по-моему, много жизни, мало урона или наоборот? Наоборот, наверное. Нет, тоже мало. Слабенько бьет, слабенько бьет. Еле живой аммонит остался у нас. Конечно, мы теряем своих пещерных, это плохо. Если у нас еще будут бои с пещерными, то, короче, нам хана. Так, ну это 3 боя, еще 2. Еще 2, у меня осталось 4 всего их. Так, и вот теперь у нас вот 3 разных противника. Ну вот этот бой там я затащу, но на второй бой может остаться всего лишь там 2, и то не целеньких диноса. Рептилии там, аммонита. Как хотите, так и назовите. Так, ну вот аммонит. Он подменится. Там пойдет вот так. И вот так. Ну давайте смотреть. Ну, здесь мы точно потеряем одного, есть, ну, может даже двоих. Аммонит, короче, сразу пойдет на слив. Это понятно. Собственно говоря, он может сейчас нас на 2 и проатаковать. Нет, он подменился. Ну, его сливать надо, но тут ничего не сделаешь. Иначе вообще без шансов. Так, а ну-ка давайте сделаем вот так вот как-то. Ах ты, гад, выжил. Я думал, его сейчас пробью, и он просто там, чтобы геозавр нас не смог продамажить. А вот так вот взяли мы и слились. Двоих, минимум двоих теряю, если не троих, если вообще не проигрываю этот бой. Это-то хорошо. Я даже не защищаю Леоплеврадона, наверное, стоило. Потому что там у меня аммонит пробитый. Ну вот как раз 2 я набросил.
его пробил. Дали Харинхоп сейчас съест моего аммонита. Мне останется Леопливрадончик. Ну, все зависит от расклада, да, кто нам попадется вот как бы на последний бой. 3 балла у него осталось. Смогу ли я его пробить за 2? Вот вопрос. А я его не могу пробить за 2. Вообще никак. Ну, если он не поставил 3, блин. Вот и все, ребята, да. Вот все, хана нам. Обидно получилось. А так, а шли на победу, да. Ну вот и все. И нельзя как бы даже тут долларами за что-то заплатить, да, чтобы продвинуться дальше. Но этот бой можно было пройти, как бы. Ну и получили мы скалозавра всего лишь. Хотя так, я что-то расстроился, да, думал, что это я в своем. О, вот картиночка поменялась. Ладно, раз картиночка поменялась, ребята, давайте еще раз сходим. О, о, вот кем мы здесь уже сражаемся. Одинаковые, смотрите. Конечно, индоминуса берем. Здесь, конечно, берем вот так вот. Здесь берем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так. Во, вот это я понимаю. Вот изменилась картиночка. Прямо аж захотелось посражаться, что ли. Но что-то мне кажется, здесь будет намного сложнее, чем было под водой. О, какая классная арена. А, красота, ребята. Но здесь они как-то слишком крепкие. Смотрите, они с такого же уровня, как и мои. Если там было как-то попроще, то здесь вообще без вариантов. Как это можно выигрывать? Но красиво. Красота-то какая, ребята. 3 хелса осталось. И капец. Я думаю, он подменится сейчас, потому я поставил защиту. А если не подменится, то нам на руку. Так, ну давай. Кто кого пересидит, черт, 7 баллов. Он сейчас нас как продемажит. Да, на целых 5. Это больно. Почти пробил. Плохое начало, конечно, ребята. Делаем вот так. Вот так. И вот так. Хотя, наверное, стоило и 2 поставить. Он подменится на карника, и у него там будет неплохой такой дымах. 3 балла у него осталось. Хотя нет, 545. Атакует на 3, но все равно надо было ставить. Вы поняли. Ну, вообще, слишком много мы теряем. Если там я первый бой вообще прошел практически без потерь, второй тоже было легко, то здесь мы уже на первом бое потеряли по полжизни каждого динозавра, потому что противник у нас особо не отличается по силе от нас. Ну, здесь надо было 4 балла ставить на Тапиелозавра, чтобы выжить. Ну, 5 боев, ребята, 5 боев. Они, конечно, умом тронулись. Я понимаю, там у тебя 5 динозавров победить 2 боя, то есть 5 против 6 там, ну как-то 5 против 4, ну не так. Не так. Шанс есть, но это если тебе просто очень будет вести, что ты выберешь вот правильных динозавров, и у тебя противники будут. Вот ты выберешь, допустим, всех хищников, вот, все 5 хищников, а у тебя противники будут травоядные, вот тогда ты, конечно, победишь.
А так, ну я побеждал, здесь было дело, ну как бы это дело случая. А на случай полагаться не стоит. Нужно головой побеждать. Если не можно победить головой, значит, в принципе, это авантюра какая-то. Подменяюсь на индомица, потому что там идет Птерыч вторым. Так, надеюсь, у него три. Три, потому что четыре он бы нас пробил. Это было бы печально. Он сменился. У него два. И не проатаковал. Так, атака на три. Пробили. Ну тут надо играть совсем по-другому, как бы, да. Не так, как ты играешь в обычном бою, где тебе всего лишь нужно 3 на 3. Здесь нужно стараться, чтобы они выжили. У него осталось 2 балла, и, короче, мы прошли здесь. Ну, относительно с небольшими потерями, конечно. Это был только второй бой, ребята. Только второй, Карл. Но опять же, если будут попадаться более однотипные противники, вот как сейчас два травоядных, один хищник, это нам будет легче, конечно же. Опять же, о, смотрите, здесь разные уровни могут быть. Здесь 173-й велоцираптор. Ничего себе, он косарь тут дымажит нас. Иди ты в баню. Авось пробьем? Нет, не пробили. На два, вот это он выдал. Это был подарок. Ну и тут важный момент, короче, лучше, наверное, иметь двух продемаженных существ, чем одного целого и одного покойника. Ну, такое, короче, не хотелось просто нарваться на 4 балла. Так как-то, мне кажется, поменьше урона мы в целом приняли. Так. А это у нас там вот этот порт, гавань, вот, с той стороны, что ли. Так, ну этот бой тоже неплохо прошел. Мы пока что никого не потеряли, получается. Но опять же, все может решиться очень неожиданно, как в случае с подводным Долли Харинхопсом. О, у меня тут вообще покойник. Как бы смысла его даже особо брать нет. Его, наверное, не стоило брать первым даже. Надо было вторым брать. Тут кого-то приносить в жертву уже надо было два. Блин, что-то я... Что это такое... Почему я рассчитывал, что как бы... Почему я рассчитывал, что он меня не пробьет? Кто-то знает? Thank you.
Но он меня легко пробьет сейчас на 3, на 4 атакует. На 3 даже, это вообще обидно получилось. Считерил, сволочь. Ничего себе, полторушечка у него там удар. Ну все, как бы мы тут пролетаем без вариантов. Приатродон 27 пробьет меня. 1600. Ну вот как бы то, что и получается. То есть у тебя хоть и 3 динозавра, но как бы если бы ты можешь на каждый бой, не знаю, 5 брать. Потому, ну мало жизни. Их хоть бы трое, но они уже слабее. То есть если вначале мы хоть на равных брали, то теперь мои уже 3 пробитых, они слабее. Ну и вот 4. Ну 4, да, можно пройти. А что с 5 делать? Ну так, ладно, в общем-то, ребятки, над этой печальной нотке заканчивается наша серия. До скорых встреч!